почему же ты спишь? Где твой подвиг во имя Иисуса? Почему, замыкаясь, молчишь? Неужели становится грустно? Вспомни, знали о Христовой любви, что враги христианства топтали, братья ж наши безропотно шли, уповали, надеяли, ждали. Сколько было замученных душ, но сияло Евангелие в узах, в лагерях среди северных стуж прославлялось имя Иисуса. Мы пойдем ли в темницу за Ним? Я пойду, ты пойдешь ли, о брат мой? Боже мой, неужели мы спим? Кто же будет трудиться на жатве? Почему наш костер не горит? Почему у нас мало стремления? Почему молодежь наша спит? Неужели нужны нам гонения? Посмотрите, что в наших сердцах, посмотрите, какая там стужа. Молодежь приближается крах, молодежь нам свергается нужно. Сколько было замученных душ, но сияло Евангелие в узах. В лагерях среди северных стуж прославлялось имя Иисуса. Мы пойдем ли в темницу за Ним? Я пойду, ты пойдешь ли, о брат мой? Боже мой, неужели мы спим? Кто же будет трудиться на жатве? Возвысила свой молодежь, наши вопли к нему — это сила. Бог пошлет освежающий дождь, благоденствие нас иссушило. Нам нужна переплавка огнем наших сил молодых возрождение, как предстанем пред Божьим лицом. Мы последних времен поколение, сколько было замученных душ, но сияло Евангелие в узах. В лагерях среди северных стуж прославлялось имя Иисуса. Мы пойдем ли в темницу за Ним? Я пойду, ты пойдешь ли, о брат мой? Боже мой, неужели мы спим? Кто же будет трудиться на жатве?